Что, продолжим наш разговор? Ну, куда мы денемся? Факты были на твоей стороне, но он тебя переиграл. Ты вообще понимаешь, что Плохотнюк тебя реально переиграл? Нет, не понимаю. Нет? Ты до сих пор... Просто повезло чуваку. Ему просто повезло. Повезло, что Порошенко пошел на это. Повезло, что мои друзья именно в этот период, там, за неделю до этого, поругались с Порошенко очень сильно. Хотя были, ну, сумасшедшими друзьями. Много случайностей, на которых мне повезло, что я оказался именно в этот момент на Украине, меня не должно было быть там. Я случайно оказался в этот момент на Украине. Мы должны были уехать. Много вещей, где вот ты потом анализируешь случайности. Ему повезло, что я в этот момент принял решение. За 5 минут мне позвонили с СБУ и сказали: «Слава, тебя будут брать. Уезжай». Ты не поверил? У меня была встреча просто с первым зам генпрокурора. Я думал, ну сейчас я доеду до встречи, все объясню и все решится быстро. Зачем мне уезжать? Я гражданин Украины. Меня не могут выдать. Меня не могут выдать, я гражданин Украины. Вы что? Конституция запрещена. Что я буду скрываться? Оно мне надо? Нет. Нафиг. Пошли все. Я гражданин Украины с 93 года. Кто мне может что сделать? Какая экстрадиция? Забудьте. Мои адвокаты, я сидел в изоляторе СБУ, говорили: «Слава, тебя никто не выдаст». Мои адвокаты, Андрей Бухтин, который был потом у Зеленского руководителем администрации: «Слава, тебя никто не выдаст, ты чё, это невозможно». То есть было абсолютно, ему повезло, что Порошенко пошел на этот беспредел, повезло, что так стечение обстоятельств, ничего больше. Ничего больше. Сейчас, если бы можно было повернуть время вспять, вот тот звонок, когда тебе СБУшник говорил: «Слава, тебя будут брать», а уже через час ты мордой лицом в асфальт. Через 10 минут. Через 10 минут? Да. Через 10 минут. Мы помнишь, кстати, очень интересная история. Очень интересная история. Я тебе звонила в этот день, потому что к тому моменту у меня с тобой было уже, я уже не помню, то ли 5 исков. Ты подавал в суд, у меня тогда была программа «Интерпол» на ТВ-7, еще ТВ-7. И ты за все эфиры, где я упоминала про кражу миллиарда, про ландромат, про все, вот где я хоть как-то что-то упоминала и обвиняла, ты подавал в суд. У нас было 5 исков. Ты все время требовал права на реплику и опровержение. Наталья, ты врала. Информации. Секундочку. Но ты врала. Не это важно. Ты все время право это на реплику. Это очень важно. Ты врала. Слушай, я не врала. Ты говорила об обстоятельствах, которые тебе не абсолютно врала. Не были известны. Я ошибалась. Это разные вещи. То есть это я не заведомо... И так все, Наташа. Ну, я понимаю, потому что это немножко сложная тема. Но подожди. Ты тогда подавал в суд, у нас было где-то 5 исков, постоянно требовал права на реплику. И в момент, когда... А сейчас тебе скажу. А в тот момент, если не ошибаюсь, накануне или в тот же день, Молдова тебя объявила в розыск? Молдова? Мама, Молдова тебя объявила в розыск. Я как сейчас помню. Мораль вышел на пресс-конференцию. Да, это был понедельник. Это понедельник, было утро, часов 10 утро понедельника, утра, да. И я в этот момент... Я посмеялся над этим. Это было утро понедельника. У меня был твой телефон, я звоню. Говорю: «Вячеслав Николаевич, дом Платон», уже даже не помню, как я к тебе обращалась. Говорю: «Слушай, ну вот мне кажется, самое время давать реплику. Ты все просишь через суды. Я тебе даю эфир». Я как сейчас помню, я тебя уговаривала, я хотела тебя уговорить тогда через по скайпу войти. И я готова была сделать спецэфир. Я не помню, это была тогда Интерпол или программа «Политика», не важно, не суть важно. И я тебя уговаривала в тот вечер выйти в эфир, но говорю еще тебе: «Ну давай на всякий случай лучше запишем, потому что мало ли что, мы объявим, что ты у меня в эфире, обрежут интернет», уже было понятно, там уже тобой занимались серьезно. И ты мне говоришь, я помню твою коронную фразу: «Наташа, мне нужно время подготовиться, настало время сжигать мосты». То есть ты еще так как-то серьезно говоришь: «Настало время сжигать мосты». Говорит: «Давай лучше запишем завтра». И мы с тобой договорились на вторник записать программу. Да. И где-то к вечеру, я уже не помню, в которое время, где-то часов 7 вечера, кажется, я сидела в кафе, в 7 или 8, я сидела в кафе «Пропаганда», ко мне кто-то подходит,
а я уже счастливая, там даже знакомые знали, у меня эксклюзив, завтра у меня в эфире Платон. Сейчас мы тут его объявили в розыск, завтра мы устроим, закачаем информационное пространство. И ко мне кто-то подходит и говорит, слушай, а это Платон? И мне показывают фотографию, ты мордой в асфальт, и не знаю, сколько там, человек 40 из бабушников, или кто, ну там ОМОН, или кто тебе брал. И я смотрю, и, честно говоря, прости, вот сейчас я понимаю, что нас связывают немножко другие отношения, но в тот момент мне было срать на то, что ты арестован, думаю, блядь, я проебала эксклюзив. Ну, и как журналист тогда действовал. И я думаю, какой он идиот, потому что если бы мы записали, как я тебе предлагала, в 4 часа дня... Ничего бы это не изменило. Да ладно, но я бы точно взорвала информационное пространство. Ну, единственное, что ты взорвала бы, это ты была бы халифом на час, ну ладно. Хорошо, вот сейчас, если бы можно было поменять время вспять, посмеялись, наверное, тебе было тогда не до смеха, ты бы послушал того СБУшника, уехал бы? Если бы ты знал, как все дальше бы развелось. Ну я 4 года вспоминал этот момент. 4 года я вспоминал этот момент. Он мне снился. Именно вот этот момент, когда я сидел у себя в кабинете и размышлял, что мне делать? Спускаться вниз, либо уходить другим путем. А другой путь у тебя был? Да. И что я буду скрываться? Что я буду это? Я гражданин Украины. У меня в кармане паспорт. С 93 года это мое первое гражданство. Первое? Не молдавское? А? Не молдавское первое? Первое украинское. Я никому ничем не обязан. Я ничего не совершал. Все это липа, я в 2 секунды все это разнесу к чертовой матери, этот бред. Плохотнюк сам все это сделал. Тебя тогда английские обвинили в краже миллиарда, да? Да, я все покажу, все расскажу. Он еще пожалеет вообще, что он вообще связался со мной именно по этому делу. Мог бы что-то придумать, какой-нибудь очередной сак-завод или стекольный, да? Он же вообще идиот, что ли. И... Я спускался абсолютно уверенный, что ну, даже если меня сейчас задержат, ну, к вечеру, и там через пару часов отпустят, ну, на следующий день, ну, переночую в СИЗО, боже мой, какая проблема. Все. А когда ты понял, что все, это фактически конец, когда уже находился в самолете, ты понимал, что ты летишь в Молдову? Я тебя прекрасно понимаю, что в твоей голове тогда вертелось одно дело, когда ты даже... сидишь, даже задержан на территории Украины, где Плохотнюка нет, власти. И другое дело, когда ты летишь в страну, в которой к тому моменту, это 2016 год, это уже абсолютно расцвет захваченного государства, прокуратура его, суды его, медиа его, все его, все его. Ну, действительно, его страна, несмотря на все протесты. Вот ты в какой момент понял, ну все, жопа. Мой близкий друг был у Порошенко. И тот говорит ему, ты уже 5-й, кто ко мне приходит по этому вопросу. Извини, я ничего не могу сделать. Я уже Владу пообещал. Плохотнюку. Да, пообещал. Ты пойми, он еще так сказал, здесь вопрос не только в деньгах. Владу сейчас будут президентские выборы, Владу нужна поддержка, чтобы его кандидат выиграл, иначе выиграют русские, то есть Дадон, и тогда у Украины начнутся большие проблемы. Вот так он объяснял это. Поэтому Владу... А на самом деле, как думаешь, какая была вообще причина, почему он так решил помочь Владу? У них были очень близкие бизнес-отношения. У них были не только бизнес, но и политические отношения очень близкие. Поэтому для него Платон – это была какая-то неизвестная фигура, какой-то там предприниматель, владелец каких-то, ну, это мелочь пузатая. И не оказать услугу руководителю или хозяину другого государства соседнего, пусть и небольшого, ну, казалось для него более значимой вещью. Плюс там были и финансовые вещи.
Это... В смысле, за это заплатили? Конечно, плюс это еще заплатили. Слушай, но все равно, будучи президентом страны, пойти на то, что гражданина Украины... Это же, насколько я знаю, это был прецедент для Украины. Выдворяли, выдавали гражданина Украины. Украина своих граждан не выдает. Да. Это же такой опасный прецедент. Это очень опасный прецедент. Но когда ты руководитель государства, и у тебя на Востоке гибнут люди... Ну да, в тот момент было вообще... Да, как-то какого-то молдавана с украинским гражданством отдать... Так, боже мой, хорошему близкому другу, тем более за неплохой еще гешефт. А гешефт сколько стоил? Какой был? $3 миллиона. Почему бы нет? Хорошо, давай сейчас, если можно, максимально коротко, но при этом подробно, если можно это уместить там, в 5 минут. Расскажи, как у тебя отнимали бизнес? Потому что все знают, ну, арестовали, посадили, украл миллиард. И вдруг все, что тебе принадлежало, этого не стало. Как это произошло? Да очень просто. После кражи миллиарда Плохотнюк начал бороться с теми, кто эту кражу якобы совершил. Понимаешь? И с помощью тех, кто участвовал в краже. То есть с помощью Национального банка. Это сейчас мы уже знаем, что Драгоуца и все остальные члены правления Национального банка, они участвовали в этом, им уже обвинения предъявили, уже дело в суд. Но на 2014-2015 год эти же люди должны были бороться с последствиями, а самое главное, должны были предотвратить подобные вещи в будущем. И, соответственно, они провозгласили борьбу с непрозрачными акционерами. Ибо именно в этом была причина кражи миллиарда, понимаешь, в других банках. И чтобы это они все растиражировали, МВФ, Всемирный банк хлопали, аплодировали, вот, действительно принимают меры, очищаем банковскую систему от непрозрачных акционеров. И те, которые участвовали, не просто активно участвовали в краже миллиарда, организаторами, сообщниками, начали бороться с теми, кто не участвовал в краже миллиарда. И соответственно, они приняли давай законы. Напомним, давай напомним. Это 2015 год. Три банка, в которых ты... Нет, на тот момент два банка. Ты в двух банках был. Да, это крупнейшие банки. Они в краже миллиарда не участвовали. Ни Молдинг Комбанк, ни Молдинг Комбанк. А как они могли участвовать? То есть деньги воровались с банка Сочалы, банка Деэкономии, Сунибанк. Все. Вот тебе ситуация. Конечно, для меня это был какой-то сюрреализм. Я-то прекрасно знал, кто участвовал в краже миллиарда. И эти люди, как ни в чем не бывало, борются с теми, кто удержал банковскую систему на плаву в это время. А ты уже тогда понимал, к чему все идет? Слушай, я не понимал, к чему это все... Слушай, я понимал, что эти люди совершили большое преступление. Но эти люди были у власти. 30 ноября за этих людей народ переголосовал. Еще раз. Ну, слушай, 30 ноября 2014 года, когда люди голосовали, про кражу миллиарда они еще не знали. Об этом написали, уже знали о многих вещах. И они переголосовали за этих же ребят. Ты помнишь, что было тогда на выборах? Это так называемая печереме, которая появилась в бюллетене, которая имела такую же аббревиатуру, как партия коммунистов. Наша партия, которая была исключена. Да. На самом деле, я думаю, результаты выборов выглядели бы не так, если бы они были без нарушений проведены. Факт был факт. Ну да. И ничего с этим поделать невозможно было. Эти люди начали бороться с непрозрачными акционерами, с эффективными акционерами. Какая разница, прозрачные или непрозрачные? Для вас-то они прозрачны. Мы в Национальном банке были постоянно, я встречался с Драгоуцаном, объясняли ситуацию в банке, объясняли, какие есть проблемы и все остальное. Они прекрасно знали, что у нас идут великолепно дела. Не хорошо, а великолепно идут дела. Они прекрасно знали полностью все наше финансовое состояние. Они боролись с эффективными собственниками. И я удивлялся, я говорю, ребята, это какой-то нонсенс. Наказывают, они на тот момент никому не было предъявлено обвинение по краже миллиарда. И вы боретесь с теми, кто не участвовал, я прекрасно знал, они в этом непосредственно участвовали. Председатель Национального банка, его заместители и
руководителей парламентских фракций. Но тогда это же еще представлялось еще под другим соусом. Нужно там, это было на фоне уже войны в Украине. Ты это помнишь? Уже какой войны в Украине? 2014 год вообще-то у нас. И Крым, что все. Там? И, да, да, ну все и, уже. Да. Как это влияло на Москве, нас? Мы на Москве, угроза русских и так далее, это тогда уже было актуально. Ты что, не помнишь, как Плохотнюк у нас вдруг начал воевать, ну в смысле, стал самым активным антироссийским воином. Так все же это еще как представлялось? Под каким соусом? Подожди. А ты знаешь, банковский сектор из рук русских выхватить, чтобы, не дай бог, там русские не контролировали, там, и прачечные и тому подобное. Об этом же все говорил, что нужно плохих акционеров заменить на хороших проевропейских. Ну, европейских, не проевропейских, а европейских. А знаешь ли ты, под каким соусом принимались законы, на основании которых выдали миллиард? Гарантии на миллиард долларов. Что говорил Плохотнюк на совещании у Тимофтия? Для чего принимаются эти законы? Для чего? Для того, чтобы не дать Платону при помощи ФСБ дестабилизировать финансовый рынок в преддверии выборов. То есть они эту угрозу вертели перед носом лопухов, принимая законы, на основании которых они смогли своровать этот миллиард. Вот в чем проблема. И есть очень много стенограмм, где записано и свидетельских показаний, что именно так Плохотнюк обосновывал принятие законов, которые позволили правительству в чрезвычайных ситуациях выдавать государственные гарантии. Хорошо, возвращаемся к отжатию бизнеса, чтобы не уходить сильно глубоко в историю. И вот эти ребята, значит, понапринимали кучу законов, которые позволили им просто так, по формальным основаниям, забрать акции банков. Потом они принимали законы забрать также и страховые компании, которые могли бы, вот я так считаю. Извини, а можно здесь вопрос вот для... Ну, я понимаю, что это, наверное, вопрос, который не интересует широкую публику, но я правильно понимаю, что тогда, когда еще главой Нацбанка был Чокля, он отказывался визировать там, продажу того же Молдинкомбанка. И как только его поменяли, пришел Армашу, это было одно из первых решений Армашу, Нацбанк опробировал покупку Молдинкомбанка. Ну, так ходят слухи. Потому что Чокля, как мне рассказывали, это не ты мне рассказывал, мне тогда люди на рынке рассказывали, что Чокля ну, просто прекрасно понимал, что ну, это отжатие банка. И он не хотел ставить свою подпись, он не хотел в этом участвовать. Слушай, ну уже он поучаствовал в отжатии Агробанка. Просто с Молдинкомбанком уже было ну, совершенно, ну, просто, ну, просто совершенно подожди, ну, Агробанк, наглая история. Ну, просто Агробанк, это тогда все было там и Берди, это же было так Берд, это так все было представлено красиво, покупали ну, же знаешь, покупали иностранные инвесторы. Дай, Наташ, у меня есть здесь парочку записей. Есть комитет при Майе Санду. Антикоррупционный комитет был создан, который финансировались на деньги Соединенных Штатов и Европейского Союза. И там иностранцы в этом комитете. Помнишь, это знаменитый антикоррупционный? Ну да, это вот он дал доклад, где упомянул и мое имя, и ЕБРР. Так вот, по поводу ЕБРР, он очень нелицеприятно высказался и рекомендовал проверить вообще ее деятельность ЕБРР в Молдове. Именно проверить, потому что то, что они натворили, не выходит за все рамки. Просто за все рамки. Тот же Чокля. Я ему с тюрьмы писал письма про акции Виктория Банка на то, что куплены на деньги БЕМа, украденные. Он, как председатель Национального банка, должен был эту информацию проверить. Его администратор был в БЕМе. Ему 3 платежки надо было поднять, чтобы понять, что акции Виктория Банка, принадлежащие на тот момент Плохотнюку, были куплены на деньги, сворованные у БЕМа. Но он этого не сделал. Ты считаешь, что твоя посадка, цель твоей посадки настоящая была отъем твоего бизнеса? Ну, конечно, это не я так считаю. Это медицинский факт.
Нет, плохотнику нечего было делать. Человек, который не приезжает в Молдавию, платить 3 миллиона долларов, чтобы его привезли и посадить? Просто так? Наталья? И сейчас на твой... Ты серьезно? И сейчас, на твой взгляд, этот бизнес, который раньше был твоим, он у кого? Он у плохотника. По моему абсолютному убеждению, он у плохотника. Ну, формально же плохотника там нет. Ну, формально никогда и никого и там нет вообще. И меня формально никогда нигде не было. Стоят ЗИЦ-председатели, фонды из Литвы, из Украины, ЕБРР на 40% для прикрытия всей этой лавки. Стоят болгарские инвесторы, просто чистая мафия. И ты считаешь, что это все плохотнюк? Ну, конечно. Ну, Наталья, продали Молдова Агроинбанк на тот момент, который стоил минимум 150-200 миллионов долларов, продали за 15 миллионов евро. И ЕБРР это покупает? Конечно. Ну, как ты думаешь, наш Владик такой щедрый благотворитель, который дарит ЕБРРу 135 миллионов долларов или... 185 ну, кстати, миллионов долларов. Все, что угодно говорили, только он же не щедрый. Да. Причем, насколько я знаю, даже его девчонки об этом говорили. Да. Поэтому я сомневаюсь, что он сделал такой щедрый подарок просто так кому-либо нибудь. Нет, конечно. 4 года тюрьмы. Ты вообще сейчас вспоминаешь то время, когда ты сидел? Да. С какими мыслями? Ну, когда мне что-то не хочется делать, когда я ленюсь, когда хочу спать, когда есть какие-то сложности, я вспоминаю это время и понимаю, что все отлично, все прекрасно. Все хорошо. То есть это, грубо говоря, это низкое дно, с которым ты сравниваешь и понимаешь, что все не так плохо сейчас, да? В этом моменте. Да. Хорошо. Сейчас все хорошо. А ты помнишь момент самого большого отчаяния, когда ты сидел в тюрьме, когда, не знаю, каждый человек, наверное, по-своему проживает отчаяние. Кто-то хочет наложить на себя руки, кто-то хочет, наоборот, взять в руки автомат и всех своих врагов перестрелять. Ну, отчаяние каждый человек проживает по-своему. У тебя был момент отчаяния в тюрьме? У меня сначала где-то года два был момент сильной агрессии. Я стал очень агрессивный. Злой, жесткий. Ну, и да ты сейчас не мягкий и не пушистый. Я замечал, что за собой, что я черствею очень сильно. И у меня драки были с охраной. Это тогда тебе зубы отбили? Да. За что, кстати, почему ты с охраной подрался? Ну, у меня основная проблема, какие конфликты были, это то, что они забирали письма жены, там, родственников и газеты. То есть мне адвокаты передавали, а они у меня... При входе в камеру делали дополнительный обыск и забирали это. И я отказывался заходить в камеру, они меня силой пытались туда затащить, и вот там начиналось. Да, все. Вот. Обычно так вот все. А какой момент отчаяния ты помнишь? Ну, самый тяжелый для меня был момент, это, кажется, когда у нас выборы были в 19 году, в феврале, какого числа? 24 или 20? Не помню 24. Сейчас. Ну, в конце февраля. 19-го, кажется. В конце февраля. Да. И вот я сидел, у меня было радио, и я слушал радио, считал голоса, и когда я понял, что Плохотнюк набирает 40 мандатов... 40 мандатов, ты имеешь в виду 30 демпартий и 10 шор. Да. То есть ты его брал в пакет. 10 независимые кандидаты, да. Uh-huh. Это все было одно и то же. И когда я понял, что он набирает 40 мандатов, ну, я понял, что мне конец. Что я больше из тюрьмы никогда не выйду. Потому что они уже к этому времени ко мне киллера в камеру подсаживали. И я понял, что, скорее всего, меня никто отсюда живым не выпустит. Это с одной стороны.
И с другой стороны, когда Майя Санду начала заявлять, что она не пойдет ни на какие переговоры с Дадоном, что никогда, ни при каких обстоятельствах, блока КУМ не будет это. И когда она даже отказывалась с Дадоном здороваться, я понимал, что коалиция невозможна в силу нестабильной психики. И это все. И я понимал, что она выталкивает социалистов в объятия Плохотнюка, и он их уже не выпустит из этих объятий. То есть она максимально делала все, чтобы Дадон окончательно как бы пошел на союз с Плохотнюком. То есть вот это пренебрежение, наглое. Ну, это момент такого, ты все равно, я хочу немножко вот про тюрьму. Я тебе скажу так, что тогда я понял, что мне конец. Чтобы закрыть тему тюрьмы, мне просто интересно, вот каково это было во времена режима Плохотнюка, когда государство было полностью им захвачено, сидеть в тюрьме, будучи врагом номер один Плохотнюка? Ну, это было достаточно тяжело. Особенно тяжело было с точки зрения того, что ты полностью был изолирован от информации, 23 часа в сутки сидел в полном вакууме. И все. И у тебя не было никаких возможностей ни связаться, ни узнать информацию, ничего вообще. То есть ты сидел один, 23 часа в сутки. На час тебя выводили во дворик, погулять, заняться спортом, и все. Выводили люди, которым запрещено было даже с тобой общаться вообще. Не здрасте, не до свидания. Люди в масках, обезличенные, которые боялись с тобой заговорить. А что им за это было бы? Ну, их могли за это, ну, как минимум, там, разжалобить, как-то, значит, наказать. Ну, после того, как у меня нашли телефон в первые два месяца на тюрьму, ну, это моего отсидки, то начальника тюрьмы посадили. Вот у меня нашли телефон, а начальника тюрьмы за это посадили. Он 4 месяца сидел в этой же тюрьме. Да. Все. Поэтому все знали, что любое общение со мной, ну, давай так, это реальный случай. Обычно мою дверь могли открыть только вот эти охранники, которые были совместно, исключительно совместно, либо с начальником тюрьмы, либо с оперативным дежурным по тюрьме. Все. Отдельно никто не мог открыть мою дверь в камеру. И вот этот вот оперативный дежурный по тюрьме, когда меня вели к адвокату, и я что-то по дороге рассказывал анекдот. Но те в масках смеялись. А этот улыбался. Ну, смешно было. И он попал на камеру, а все камеры выходили к начальнику тюрьмы на монитор. Он попал на камеру улыбающимся. Так его вызвали. Таких дали звездюлей, что якобы ты что, симпатизируешь Платону? Ты что улыбаешься ему? И его чуть не уволили. Грозили тюрьмой. Поэтому они кошмарно боялись. Люди, которые проходили мимо меня, сотрудники тюрьмы, все отворачивали глаза, чтобы не смотреть в мою сторону. Они боялись. Там жуткий страх был. Жуткий страх. Когда меня лишали передатчик, я там по полгода, по году был без передатчик, один из пантеровцев мне передал пол яблока. И это был геройский поступок, поверь мне. А я яблок не видел, даже адвокаты хотели мне принести яблоко, у них забирали яблоки, чтобы, мне, дай бог, они мне не передавали. Это было самое вкусное яблоко в твоей жизни. Да, это было, ну я полгода вообще не ел ничего, кроме вот этой баланды. Так, и то есть, и он рискнул и передал мне пол яблока, сделал это незаметно, чтобы камера не видела, он держал ее в руках, и как бы когда передавал мне баланду, она была под низом, я должен был взять вот это, вместе с кастрюлей эти пол яблока. Все. Это был геройский поступок. Потому что за это с ним могли серьезно расправиться. Мне один из твоих адвокатов рассказывал историю. Я не знаю, может быть, тебе будет неприятно об этом говорить, но просто мне интересно, это правда или нет. Потому что это больше история не столько про тебя, сколько про Плохотнюка. Он рассказывал историю про там, то, как запускали говно в реверсном режиме у тебя в камере, в то время как
за этим наблюдал Плохотнюк по видеокамерам, которые у тебя были установлены. Это что, правда? Ну да, это была любимая ихняя шутка. Какая? Ну, запустить говно мне в камеру. Я не знаю, как они это делали, но из унитаза просто поднимался такая струя воды, вот ты не понимаешь, вот такой фонтан вместе со всем дерьмом, и заливало все. И ты раз только успевал на кровать, значит, на шконку там залезать, и сидишь так вот всю ночь, оно плавает. Главное было одежду быстренько, у меня не было ни шкафчиков, ни этих. А Плохотнюк реально наблюдал за тобой, как ты сидишь в камере? Ну, мне сказали, что... Мне так... Я точно не знаю. То есть то, что у меня камеры стояли, скрытые камеры, я их вытаскивал даже, это вообще известный факт. Но то, что он... Мне так говорили, мне передавали, что он смотрел и еще хвастался, показывал своим подчиненным. Вот смотрите, вот этот вот Платон, такой всемогущий, хитрый. Это вот смотрите, что я с ним сделал. Слушай, это получается, что он в некотором смысле извращенец? Ну, есть, я нашел камеру прямо над моим унитазом одну. Ему видно было приятно видеть, как я хожу в туалет. Прямо над унитазом, ты не понимаешь, я ее выковырил. Зачем? Не знаю. Ну, у тебя есть объяснение, как бы вот это что за психологическая должна быть особенность человека? Слушай, он садист. Он же любил унижать людей, любил оскорблять, он любил издеваться, это доставляло ему особое удовольствие. Там есть парочку вещей, которые я не буду на камеру говорить, что он вытворял с другими людьми, ну, со своими женщинами. Ну, это такое пусть останется личное. Переходим ближе к нашему времени. Как ты сам сказал, 2019 год действительно был поворотным в жизни нашей страны. Случилась удивительная вещь. Безусловно, не без участия в этом иностранных государств, так называемая революция послов. То, что произошло в июне 2019 года, формирование коалиции, бегство Плохотнюка. Ты помнишь тот день? Да, я очень помню. У тебя уже к тому моменту радио было? Да. Когда ты понял, ты можешь сейчас вспомнить тот момент, когда ты, когда ты услышал, что Плохотнюк бежал из страны? Ну... Давай так, история-то началась за неделю до этого, когда парламент проголосовал. Да, за формирование правительства, да, за органы. Когда объявили свои... о наличии коалиции и формировании правительства. И я как раз шел в душевую, а Ешану, тоже политический заключенный, ты знаешь, кто да, это, да, да, который тоже занимался, бизнесмен, да, который тоже отжимали металла, бизнес. Да. Да, у него как раз окна шли... этой дороги, которая вот ведет от моей камеры, значит, шли, и он постоянно мне кричал там «Слава, привет!» значит, и все остальное. И вот он тоже, видимо, услышал об этой новости, потому что с утра уже все средства массовой информации да, гудели. Да, это была суббота, это была суббота первого полугодия. А Плохотнюковские СМИ как раз вот пока там начали мочить Дадона и тому подобное. И он уже кричит этим охранникам, ну что, ребята, говорит, к вечеру ваше начальство сменится, и мы выйдем. Да. Я уже тогда понял, что именно идет смена эпох. И уже тогда, конечно, я был там на серьезном подъеме. Потом Плохотнюк неделю еще цеплялся за власть, думал, что через решение Конституционного суда он все-таки... А тебе уже было понятно, отменит. Что это конец? Да, это уже было, мне уже было понятно, Евросоюз поддержал, Россия поддержала. США? США не поддержала. Пока. Но не последними. Они взяли да, паузу. Но при этом да. Приход американского посла Плохотнюкова именно сподвигнуло его к бегству. Они взяли паузу. Значит, и, конечно, это была главная интрига, что они скажут. Но после того, как европейские страны присоединились к этому поддержке новоизбранного правительства, новоизбранного парламента, я понимал, что Соединенным Штатам, в принципе, деваться некуда. Они... Ну, они вынуждены будут также это поддержать. То есть, и вопрос просто был когда. То есть, то, что конец Плохотнюка наступил, я это понимал. Он цеплялся. Конечно, могла быть какая-то еще, какие-то агонии. Я вот в тот момент, я сидел и думал, если сейчас начнутся какие-то беспорядки, и Плохотнюк будет силой подавлять это все, то, конечно, он меня... под шумок и в тюрьме
со мной расправиться. То есть однозначно, потому что если кровь прольется на площади, если там в тюрьме кого-то замочат случайно, то здесь уже никто разбираться сильно не будет. И это был бы хороший повод для него. И когда я услышал по радио, это было в 5:30, что Плохотнюк сбежал, ну, ты не понимаешь, у меня, я 3 дня не спал. Вернее, 2 ночи точно не спал. Ты можешь сказать, что это был один из самых счастливых моментов в твоей жизни? Это был самый счастливый момент в моей жизни. Ты серьезно? Да. То есть ни рождение первого ребенка, там, ни там, ну, первый миллион. Ни... Ты должна понять, что это же все накапливалось 3 года. И тут вдруг, вот после полного отчаяния, уже понятно, что все, тебе конец, то, ну, тебе надо красиво уйти из жизни просто и все. То есть после полного отчаяния, и тут вдруг такой вот свет в конце туннеля, и ты понимаешь, что все, твои мучения закончились. Все, ты увидишь дочку, которую ты не видел, когда последний раз ты ее видел, когда ей было 1.5 года, а сейчас ей уже 4.5. Что ты увидишь жену, что ты вот ты сегодня, ты завтра выйдешь. Все, закончилось. Все закончилось. Конечно же, меня раздирало тогда. Я не мог спать, я был в восторге. У меня такое впечатление было, что я не ходил, а подпрыгивал постоянно, то есть от счастья. Ну да, это был самый счастливый день в моей жизни. Но потом... К сожалению, ни рождение ребенка, ни все, вот именно этот день. Ну так оно, ну я не могу. Это как это называется, эффект низкой базы. Наверное. Это эффект низкой базы, значит... Всегда, когда сравниваешь с чем-то ужасным, даже самое элементарное тебе кажется, вот как то яблоко, про которое ты говорил в тюрьме. Ну, наверное, люди, которых освободили из Освенцима, они, наверное, может быть, тоже испытывали такое чувство. Ну, слушай, ну ладно, давай не брать так высоко. А там вообще была действительно реальная угроза смерти. Тут. Это вообще несравнимые вещи. Не, я так, я понимаю, что для тебя это действительно была очень важная история. Хорошо, знаешь, дальше последовал такой период, наверное, для тебя он был... Я так уже ставлю себя на свое место. Более того, мы с тобой уже как бы много об этом говорили. Ты ведь был уверен, как, в принципе, на самом деле, очень многие люди в нашей стране, что в момент, вот буквально в тот момент, когда Плохотнюка не стало, вот, счастье должно прийти здесь и сейчас. Ну вот освобождение государства, оно должно было произойти моментально. Ну хорошо, понятно, там пару месяцев должно было уйти, первые несколько месяцев должно было уйти у новой коалиции, они сформировали органы, у них есть свое правительство, ну что там такого, у вас есть большинство в парламенте, можно взять просто всех, от... как это в Украине было, освобождали, списки Рада Украины утверждала, не знаю, там меняли руководство, ну у тебя есть вся власть, ты просто бери и освобождай, но у нас каким-то образом... Все застопорилось. Ты помнишь ту коалицию социалисты и блока КУМ? Как-то вот они сначала как начали красиво, а потом как-то все пошло по тормозам. Сейчас не хочу вообще в политические дискуссии с тобой скатываться, почему, как и так далее. Это, наверное, будет отдельный разговор. Это не это сейчас суть важна. Просто я уверена, и я знаю, что ты был одним из тех людей, который был уверен, что вот 19-го, или какого числа он бежал из страны? Нет, он бежал из страны. 14 июня он бежал из страны, это пятница. Ну вот 17-го после обеда, в понедельник июня, ты должен был уже выйти из тюрьмы. А ты не вышел. И не на следующий день, и не через месяц, и не через 2. А только через год. Ты вообще, у тебя как... тот год вообще, что происходило в твоей голове, что вдруг ну, этой справедливости, которую ты ожидал, твое освобождение, не происходило? Ну, для меня это тоже было шоком и открытием. Я действительно ждал, что меня сразу же освободят. Извини, что перебиваю, ведь это касается не только тебя, ты был не один такой. Я понимаю. Было огромное количество людей, и не только бизнесменов, против которых были возбуждены уголовные дела, сфальсифицированные, кто-то был приговорен и так далее. И тогда что случилось? Только Болбочан, причем я не помню. Это нет, тогда не сразу. Не сразу, не тоже сразу. В 2020 году, по-моему. Не в 2020, кажется, раньше. Петика быстро освободили, но в течение месяца. Да, двух, но оправдали только сейчас недавно, он выиграл все, то, только сейчас. Пока он скандал не поднял в суде, никто там сильно не чесался. На самом деле, по большинству этих дел не произошло той справедливости, которую все ожидали моментально. Да, потому что
нашей стране вот политические заключенные, которые были, их просто использовали в политической борьбе как аргумент. Но как только люди получили власть, эти политические заключенные никому не нужны были. Никто даже пальцем не пошевелил, чтобы их освободить. Никто вообще. Единственное, Петик поднял войну своим таким экстравагантным поведением в суде, кстати, и вынудил, да, и вынудил власти что-то сделать, потому что это уже был позор. А так никто палец о палец не ударял. Потому что всем плевать. В Молдове всем плевать на справедливость. И всем плевать на людей. Вообще. Смотри, прошел почти год. Скажи мне, пожалуйста, хоть один пример в нашей стране. Когда кого-то несправедливо задержали, арестовали, и все общество возмутилось, и под давлением общественного мнения кого-то отпустили. Смотри, проходит практически год, и здесь мы подходим к теме Стояногла, мы не можем ее не обсудить, безусловно. Выходит Стояногла на тот момент... Подожди, предыстория была другой немножечко. Какой? Понятно, что всем наплевать на людей. Понятно, что всем наплевать на справедливость, кто бы то ни был. Но кража миллиарда, громкое дело, на щите которого оппозиция пришла к власти. Все кричали, прошло 5 лет, ничего не делается. Воры на свободе, миллиард не возвращен, мы придем, все сделаем. У меня было впечатление, что хотя бы эти политические лозунги надо как-то подтвердить. Ну да, кража миллиарда действительно была одна из главных тем кампании. Тогда. Да, надо хоть что-то сделать для того, чтобы показать хотя бы населению видимость работы. Я был уверен, что соберется какая-то группа прокуроров, следователей, достаточно многочисленная, которая начнет рыть это дело, начнет арестовывать, предъявлять обвинения, накладывать аресты на имущество, ну то есть активно заниматься им. А ты, кстати, почувствовал это в 2019 году после смены режима, вот эту активизацию, что появился интерес? Вот, я тебе сейчас расскажу. Проходит месяц. Ноль. Второй месяц идет. Ноль. Ко мне в конце июля приходит парламентская комиссия в тюрьму. Во главе с Лусарем еще там это... Большого усилия стоило притащить их, чтобы тебя выслушали. Одного из главных свидетелей, у которого все материалы были. Просто возьмите их, просмотрите и можете предъявлять обвинения сразу. Все расписано, все, значит, задокументировано, все, что можно было на тот момент. Плюс я сам по себе свидетель этого преступления, потому что Плохотнюк разговаривал со мной, Шор разговаривал со мной, я продавал эти акции им. То есть уже все понятно. И вот приходит эта комиссия в конце июля, как раз у нас с тобой тогда тоже было это интервью знаменитое. Я начинаю что-то рассказывать. Слусаря уносит в неуплату налогов Плохотнюком. Карп сидит, играется на телефоне. Головатюк посидел час, позадавал правильные вопросы, но говорит, у меня уже времени нету, я побежал. Они посидели 2 часа, Сусы говорит, ну, нам уже пора. Я говорю, ребят, подождите, вот, смотрите, здесь вот 2 миллиарда так украли, миллиард так, здесь сформировали искусственные долги, нам еще посидеть, я же вот вам еще не все показал. Да, 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 мы, давай вот сейчас парламентские каникулы пройдут, и мы там к 13 августу к тебе вернемся. Ну, я такой, так, сказать, что я немножко был офигевший, это ничего не сказать. Ну, ладно, может быть, там это. При этом все это было под такими фанфарами, мы занимаемся, все делаем. Хорошо. Через пару дней ко мне приходит господин Якимовский Октавиан, прокурор. Я его знал, потому что он к марту и к апрелю месяцу заходил тоже в тюрьму ко мне по моей жалобе в Румынию, которую передали в антикоррупцию в Молдавии. Вел себя очень корректно,
всегда очень спокойно, там, разрешал даже адвокатам присутствовать и там, общаться. И вот он приходит ко мне и говорит, я новый руководитель группы по расследованию миллиардов. Вот ты там в прессе много заявлял, заявлял на судах, что тебе там известно, давай, вот, что ты хочешь рассказать. Ну, я такой уже думаю, ну, да, я ожидал, конечно, группу прокуроров, я ожидал, что мы будем работать с утра до вечера. Он говорит, ну, у меня много времени нету, вот, часа два, давай пообщаемся. Ну, я ему начал рассказывать, как это было, схемы, одно, второе, третье. Значит, и он говорит, он меня выслушал, да, говорит, ну, хорошо, давай, пиши. Мы начали писать. Значит, ну, немного, потому что времени не было, там, страниц 5. Говорит, ну, хорошо, давай, я сейчас ухожу, у меня там есть вопросы, там, встречи, и давай я к тебе в следующий раз приду, и мы уже будем там дописывать. Я говорю, ну, хорошо. И да, через неделю он приходит. Значит, то есть это главное дело страны, в котором я один из главных свидетелей, и, ну, хорошо, он приходит второй раз, приходит уже с оперативником. Прикрепленный из центра по борьбе с коррупцией. И говорит, слушай, у меня через 40 минут встреча с исполняющими обязанности генерального прокурора. Я там посижу и уйду, а вот этот парень, он будет все записывать, все, что ты там будешь ему показания давать. Ну, здесь я, конечно, уже думаю, нет, что-то, ребята, все это очень несерьезно. Туда-сюда он ушел, я говорю, слушай, давай я лучше заберу все вот эти вот бланки к себе в камеру, и там в камере напишу все показания, что вам нужно. Кто-то говорит, ну, хорошо, окей, все, расстались. Все. И где-то еще через какое-то время он ко мне приходит опять с этим офицером. Ну, я понимаю, что уже все это несерьезно. И начинаю, и говорю ему, Октавиан, давай на чистоту. Вот я тебе сейчас все распишу, все покажу, все это, представлю все доказательства. Ты поймешь, что я не виновен. Ты ревизионное производство по моему делу откроешь. Ревизион – это пересмотр дела заново. Пересмотр дела. Угу. Он говорит, нет. Почему? Я говорю, почему? Ну, я не смогу. Это не мои полномочия. Я говорю, хорошо. Но ты хоть рапорт напишешь, что в результате расследования ты выявил, что такой-то, такой-то гражданин невиновен и его осудили незаконно. Нет. Я говорю, ты даже рапорт не напишешь. Он говорит, нет. Я говорю, а какой смысл мне тогда все это писать? Вам раскладывать? Он говорит, ну, не хочешь, не хочешь. Возвращаемся к Стояноглу. Да. В апреле 2020 года Стояноглу выходит на свой известный брифинг, где говорит о том, что в ходе расследования установлено, что все следствие по краже миллиарда, которое велось прокуратура антикоррупции последние 5 лет, оно было неверным, оно уводило как бы, общественность по совершенно ложному следу. Есть основания полагать доказательства, собранные в виновности Плохотнюка Шора, и Платон сидит не за то, что он совершал. Ты ведь понимаешь, что Стояноглу прилетело именно за это? Вот сейчас все, что с ним происходит, уголовное преследование, по 7 пунктам обвинения, это все из-за того, что он тогда вышел и сказал, что Платон не виноват. Кто тебе это сказал? С чего ты это взяла? А ты считаешь, что не так? Если ты помнишь конкурс, на котором Александр Дмитриевич выиграл и стал генеральным прокурором, кто был против этого? Майя Санду. Кто подал в отставку в знак протеста против результатов этого конкурса? Майя Санду. Если ты заметила, она сделала выводы, как надо проводить конкурсы. И сейчас из переписки Литвиненко мы видим, какие выводы они сделали и как они теперь проводят конкурсы. Она подала в отставку в знак протеста, что Стояноглу стал генеральным прокурором с поста премьер-министра. Ну, потому что ты понимаешь, какие... Я бы сказала, что она подала в отставку, потому что выиграл не тот кандидат, который она рассчитывала, что выиграет. Да. Теперь понимаешь, что он стал причиной прямой, косвенной ее отставки. Понимаешь, что этот человек очень злопамятный. И вот эта неприязнь к Стояноглу у нее начала сформироваться еще тогда. Вот в чем дело. А
сейчас мы подойдем к этому, я тебе просто расскажу, что было после того, как Стоянов стал генеральным прокурором.